Всем привет, сегодня давайте поговорим о решении УЕФА о возможности дисквалификации сборной России. Погнали! Первое. Решение УЕФА, финал Лиги Чемпионов переносится во Францию. Почему во Франции? Все знают. Все знают, почему финал Чемпионата Европы был проведен в Англии, и все матчи англичане играли дома. Потому что ПСЖ поддержал УЕФА, когда была создана Суперлига. И точно так же премьер-министр Великобритании надавил на все английские клубы, которые тут же повыходили из этой Суперлиги. И, соответственно, финал Чемпионата Европы был в Англии, здесь финал Лиги Чемпионов, опять же, будет во Франции. Но то, что сборная России должна играть без формы, без флага, без гимна, без болельщиков официальных, это тоже факт. Но это решение не последнее. То есть могут дисквалифицировать еще. Что произойдет, если дисквалификация и вообще исключение получается РФС из УЕФА? Что это значит? Ну, то раньше Россия боялась то, что против них введут санкции, если они возьмут в премьер-лигу, либо в какие-то свои чемпионаты команды из Крыма, из Донецка, из Луганска. Теперь этому ничего мешать не будет. Второй вариант. Что мешает РФС перейти в азиатский регион? Ну, Казахстан перешел из Азии в Европу, а что помешает, опять же, российским клубам, чтобы играть в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, перейти в азиатскую Лигу Чемпионов, в азиатскую Лигу Европы. Мы же тоже как бы в Азии находимся. Тоже ничего не помешает. Как и сделать большой внутренний чемпионат. Да, футболистам нашим придется затянуть пояса потуже, потому что платить такие деньги, когда они не играют в Еврокубках, ну, никто не понимает. Плюс иностранцы, наверное, сюда не поедут. Опять же, лимит на легионеров сам по себе решится. СССР нигде не играл, никого не покупал. Был одна из самых сильнейших сборных в мире. Был один из сильнейших чемпионов Европы, да и мира тоже. Поэтому здесь трудно сказать. Здесь не от дисквалификации, не от санкций зависит российский футбол, а конкретно от детско-юношеских школ. Восстановят дюш, будет приток футболистов. Сделают им адекватные зарплаты, будут рвать жопу в каждом матче. А иначе, наверное, российский футбол не спасти. Будем в жопе. УЕФА нам не поможет. Мы с таким футболом, который у нас сейчас есть, и так бы никуда не вышли. А тут нам еще помогают. По поводу дисквалификации сборной России, на примере сборной Югославии, которую исключили из чемпионата Европы 1992 года, и тогда выиграли датчане, которые поехали вместо них. Смотрите, в чем заключается особенность. Там было решение ООН о том, чтобы Югославии не пускали ни на одни спортивные соревнования. Сейчас ООН не может сделать такое решение, потому что там имеет право голоса Россия, а там нужно единогласно. И Россия на каждое решение ООН накладывает право вето. Поэтому как с Югославией здесь не получится, надо делать по-другому. Минусов, наверное, в дисквалификации сборной России больше, чем плюсов, но плюсов тоже много. Может, начнут школы строить и, конечно же, делают баланс между зарплатами. То есть, переходя игрок из первого дивизиона во второй, либо из-за второго в первый, будут получать не намного больше, потому что уделяться будет внимание и тому, и сему. Оплатить футболисту бешеные деньги за то, что он гоняет только внутри страны, да кому на это надо? Правильно, никому не надо, поэтому платить не будут. А для УЕФА может послужить звоночком, как раз таки для того, чтобы клубы быстрее сделали Суперлигу, чтобы не зависеть от вот этих вот дисквалификаций. Потому что любую страну, непонятно, что там стрельнет их правителю. А футбольные клубы хотят бабло. Какова вероятность дисквалификации? Ну, судя по той прессе, которая уже есть, ну, 90% на 10 в пользу того, что Россия и ее клубы нигде играть не будут. Пока.